такие танцы, что танцевать. Когда-то люди делятся с тестом печеньком. Деликатес – это каира. Деликатес – это название собачьего корма. Фогра – это порода ивля. Ивля. Фогра снимает детей на камеру. Игра «Копейка». Там копейка, ты должен нажать, ну там такая специальная штука, чтобы ее запустить, и ты запускаешь, она едет, и там всякие препятствия, ты должен обижать. Эта игра называется фуагра. Фуагра сыграть на приставке. Лобстер – это такой краб. Лобстер на лоб клеит наклейки. Лобстер – это такой птах, который клеит рыбу. Лобстер – это такие креветки. Каракатица – это такая рыба. Каракатица – это такая гусеница. Каракатица – такие рыбки маленькие, карастики. Это такая гусеница якась. Лангуст – это такой енот. Лангуст – это такой тевряк. Лангуст – это такая порода качек. Лангуст – там дышавый плавал. Креветка такая. Называете омар. Омар – это такое морское животное. Комар – это там, где комары летают. Омар – это маленькие гусеницы. Так называется… Плохие фрукты, они не надо кушать. Экзотические фрукты – это жареные. Экзотичные фрукты – такие сухие. Экзотичные фрукты – такие. И грейпфрукты. Я бы хотела попробовать мороженое с 11 вкусами разных. Я бы хотела скушать латте, киви с лимонадом. Я хочу здесь сидит. Я хотела попробовать ананас. Это что такие гиркенки червоненькие? Называете папайя. Папайя? Это такой фрукт. Папайя – это там, где водятся бабайи. Папайя – это фрукт. Я ее, по-моему, пробовала, но я не помню. Море продуктов, наверное, может быть кукуруза или мороженое. Морепродукты – это такая капуста. Морепродукты – это креветки. Морепродукты – это такие овощи, которые растут у моря. Водоросли.